Ксения Собчак и Максим Виторган, устав от слухов и спекуляций на тему кризиса в их семье, дали официальный комментарий, касающихся их отношений. Телеведущий и актер опубликовали одинаковые публикации в личном микроблоге. Мы вынуждены прокомментировать публично наши отношения, дабы прекратить все спекуляции на эту тему. Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе, мы сохраняли взаимную верность. Мы не делим имущество и, тем более, ребенка, которого продолжаем растить, как любящие его родители, написали звезды. Это заявление пришлось как нельзя кстати. Ведь именно сегодня сплетники обсуждали совместное появление в аэропорту Пулково Ксении и ее друга Константина Богомолова. Телеведущий и режиссер прилетели из Праги, где провели несколько дней. Это уже не первые европейские каникулы, которые устраивает себе предположительно влюбленная пара. Не так давно их видели в Париже. Ранее Собчак и Богомолов спокойно чувствовали себя лишь за границей, предпочитая появляться вместе лишь на светских мероприятиях, где и так полно общих знакомых. Теперь, похоже, они почти готовы на каминг-аут. Напомним, первые слухи о том, что в семье Ксении Собчак и Максима Виторгана не все гладко, появились осенью прошлого года,